Така сама елементарна, там так сон. Всем привет! Народ еще сходится. Все идут к офису главного зебила страны. Я уже и вчера писал по поводу Майдана. Вот, их там было за эти 6 лет там 155 тысяч штук, но главный Майдан вот, должен был начинаться с момента, когда Зеленского выбрали президентом. Вернее, выбрали Голобородько, да. И Зеленский стал президентом. Но все, что не происходит, лучше позже, чем никогда. Народу очень много, и майдановцы, и атошники. Неадекватной части общества эти тушни пока не видел. Вот сейчас пойду вглубь. Кстати, не успел опубликовать статью, очень увидел пост Арестовича. И очень правильный пост, о чем я писал вчера. Почему я вчера, допустим, сюда не захотел приехать. Потому что вчера, ну, я всегда сижу на Зрада ТВ, вот, слушаю, о чем эти черти, пидорасы конченые, говорят. И вчера мельком сказала, или на 112-м, или на Ньюзване сказали, что типа на Майдан подтягиваются активисты. И я повернул голову, увидел всех этих Наджон, Си-14, Свобода. Вот, и, ну, понятно, меня там стошнило, и... Как бы я не знал просто, что в тот момент эти черти под АП, люди собираются, все люди собираются как бы нормальные на Майдане. Вот, поэтому как бы такая вот у меня вчера публикация была. Ну и тот же опрос, который я... Тот же вопрос, который... Тот же опрос, который я вчера начал, готовы ли люди к Майдану, вот, я скажу, Майдан нужен уже как минимум полгода, но готовы, я не уверен, что готовы, потому что нужен лидер, потому что я не хочу, чтобы, как раз вот о статье Арестовича, я не хочу, чтобы вот эти все уличный Майдан и так далее перехватили непонятные тетушки. Вот, что, в принципе, о чем Арестович, зайдите, просто почитайте его публикацию, о чем Арестович, в принципе, и написал. Что вчера просто происходил перехват Майдана, перехват вот уличных протестов. Женщина, вы... Я разумею, что... О ком речь идет? Витаю. А, привет, Ярослав. Я живый и здоровый. Ну, куда я денусь? Да. Все тут. Все тут, да. Ну. Я не знаю, что он здесь скажет. Что? Что? Не знаю. Люди идут. Я не знаю, куда здесь идут. Таня, где здесь? Надо готовиться, надо создавать комитет, надо обязательно учесть те все ошибки 2014 года, когда в разные сотни
в разные организации майдановские, повлазили непонятно кто, непонятно что, всякие политические и еще какие-то там титушки для сфер влияния. Мы их все видели за 5 лет. Вот. Нужна полная очистка. Нужны абсолютно чистые, адекватные, нормальные люди с жесткой гражданской позицией. Главным вопросом, я уже писал, протестов того же Майдана, который в принципе уже искры сейчас как бы происходят. Они есть, но нужно поставить конкретную цель, конечный результат. Потому что этого зыбила можно убрать. Вот, но только вопрос, когда все общество разорвано на части. Вот. Кто придет дальше за этим зыбилом? Я не хочу, чтобы там пришла там команда, там, к примеру, того же Авакова в виде Белецкого, или Бойко Медведчука, или еще каких-то кадров. Я этого не хочу, поэтому тут должен быть очень серьезный подход. Ни в коем разе, как я говорил, не пустить тех людей, которые зашкварились, и не допустить людей, которые тоже позашквариваются потом. Потому что уже на многих майдановцев мы насмотрелись. Это и называется, как Арестович написал, перехват уличных протестов, перехват аудитории и так далее, сфер влияния. Thank you.
героям слава! О, всем добрый вечер, мой друг и побратим. Привет, Нестор, Валя. Ты стримишь? Да, все, вот тоже снимаю. Два аккаунта заблокировано, две страницы удалена, вторая тоже. Поэтому самый плохой аккаунт, который рабочий, вот и стримлю. Да. Иду посмотрю. Ага. Пойдем. Они записать должны. Нестор Воля впереди с шикарной техникой. И аппаратурой. Ни одно хорошее событие бачиш без него не проходит. Донат. Один наш шалені бджілки. Да, вот. Мне одну штучку. Вот. И вот я всегда говорил, что без Порошенко никак. Правильные события, да, не проходят. Шалені бджілки, дуже дякую вам. Приятного аппетита. Да, Кучму геть мы уже орали. До жопы. Это старая свинюка в пределе. Причем. Thank you.
Чалками помочь по ходу. Україна, геть забіла! Героїна, геть забіла!
не вмирають, вмирають вороги. Герої не вмирають, вмирають вороги. О, привіт! Голос для Томи. Так рупор дай, що я кричу, без рупора тут накриваюся. Ідем. Куда, туда? Да. Ну пошли, пошли, дорогой. Герой не вмирай! Я тебя просто не узнал, столько людей. Не узнал ничего, богатый. Мы все тут! Куда? Свобода Украина! Одна! Єдина! Соборна Україна! Вітаю всіх! Єдина! Соборна Україна! Одна! 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 Єдина! Соборна Україна! Ми кажемо всі ні капітуляції! 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 Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Понад усе! Реваншистам геть! 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 Чому ти все время у мене за спиною, да ще й со своєю спиною? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вова нам не по приколу! 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 Перша перемога! Першу перемога, а потім мир! 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 Здорово. Вот так. Стоим рядом уже. Так хватит меня снимать. Украина геть забила. 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 Україна геть забила! 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 От моя кричалочка в історію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Так, это, кстати, это Денис Любченко. Это реваншистам геть! Это человек... Реваншистам геть! Реваншистам геть! Ладно, когда отойду, немножко про него расскажу. Реваншистам геть! Реваншистам геть! Это человек, с которого абаковские мусора за вот этот ролик с КамАЗом Зеленским провели обыск и открыли уголовное дело. Ні капітуляції! 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 Слава Україні! Героям слава! Реваншистам! Реваншистам!
тут стоїмо? Україну не віддамо! Чому 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 тут стоїмо? Україну не здамо! Сильні, незламні, бо солідарні! 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 В общем, Зеля с командой пидорашки готовит на 7 число Путину на его день рождения, готовит хороший подарок. Сегодня, я вам скажу так, весь день ликуют ДНР СМИ, весь день ликуют СМИ в этом самом, в России, о том, что отлично все с Россией договорились. Вот, тут все очень просто. Если что-то в России хорошо, это говорит о том, что все у нас херово. Можно на другие какие-то вопросы и вещи не смотреть. О! Ну, конечно. Как без этих людей? Может что-то проходить? Приветствую. Да. Мирослав, привет, дорогой. Привет. Привет, привет. Я тут новую кричалку придумал. Украина без зебила, нормально пошло. В историю попал. Вот. А тут ще одну придумали. О. Бога з цику. Привіт. Кабакаю. О, привіт, привіт. Привіт. Привіт, привіт, дорогой. Да. Я вижу, не снимаю. Говорю, тут как раз... Я сегодня YouTube смотрю, вчерашний акция везде. Ага. Не, я это... Кричалку новую придумал, Украина без дебила. А я смотрю, надо идти в Генпрокуратуру и требовать заведения уголовного дела по факту государственного изменения, попытки покушения на суверенитет, территориальную целостность. Вот это надо делать. Все слышали электроэнергию, которую... правильный совет. Которая, да, кстати, электроэнергию начал Коломойский в Украину покупать, торговля пошла полным ходом. Добре, зараз поступити знімаю. А ми це хто? А, ну добре, ну зараз я тут хочу. Ну я от ялинки стоять, ну Свєта мене бачила, ти мені Свєта бачила, там я стою. Ну що, пару слов скажи. Я вважаю, що Гудименко спортив всю акцію, тому що... Хто? Гудименко. А чому тут Гудименко? Тому що він взяв, окупував трибуну. Він 20 хвилин щось говорив, потім сказав, розходимось. Люди ще не встигли підтягнутися. І все. Ну, він... що нам до того Гудименка і всіх остальних? Ні, ну, там так, нормально, ребята, треба стоять. Було тримати людей. Він це не тримав. Він просто недавній кому слово. Я точно не Гудименку сюди прийшов. Ні, я розумію. Да. Ну просто він сказав, розходимось, люди вже розійшлися. І зараз, це, ну, зараз це, на, це мінімум того, що було. Сані, люди тут нормально. Ні, ну це... Одні залишились, інші розійшлися, і це мінімум. Це відсотки 30. Так, 30% від того, що було, насправді. Чесно, мені не цікаво. Я думаю, що тут достатньо людей, я тут вже... Ні, ну то вже мінімум. Знаю. О, привіт, дружище. Так, тихонечко, тихонечко. Зараз, зараз. Що там? Що? Ось ця хрень, як би, безплатний канал, він хоче. Пишешь здесь фамилию, имя, отчество, у кого-то, да, кого надо проверить. А, я знаю, у нас есть базы, у нас свои базы есть. Ну,
да, у нас глубже бази є. Ну. Спасибо, спасибо. Мы ж... Короче, головне, щоб народ в неділю прийшов. Якщо хоча б 50 тисяч прийде, то це буде хоч щось. Якщо в Києві. Хоча б. І по всій Україні також. Ти канал, ну може їм... Ти туди вчився? Ні. А, ти так? Вічай. Запис? Ні, ні, этот... Фейсбук. В чому один работающий аккаунт, самий такий, де менше всього подписчиков вот, і включило. Я думаю, що у мене повідомлення не пішло. Ладно, друзья, я еще позже выйду на стрим, делитесь видео. Вот, Украина геть забила. И Белецкий пришел, наконец-то там побежал туда. Ну так а что ему тут делать, Белецкому? Да. Он побежал к Авакову. Белецкий побежал к Авакову, вот люди говорят. Да. Все, ребята, до связи, делитесь видео.